можете снять, что полетело участников? Мир народа, земля крестьян, фабрики рабочих, эти лозунги актуальны сегодня. Разрушают Украину, потому что Украина без заводов, а Украина без рабочего класса, Украина без рабочего крестьянства. В условиях прихода к власти неопантеровских, неофашистских сил. Какой час? Они сейчас 100, завтра 200, потом вы едете с калашами за ХНР, пацаны. Мы не даем пройти просто. То есть, дабы не было никаких ни провокаций, ничего подобного. Каким образом? Мало ли, сами знаете, какой печальный опыт Донецка и Луганска. То есть начиналось тоже с таких же маленьких митингов и выступлений, а сами знаете, чем закончилось. То есть наша задача сохранить мир в Харькове. То есть, ну и не допустить сюда войны. Я так понимаю, пресечь коммунистические... Сепаратисты, если быть точнее. Вы думаете, это сепаратисты? Ну, а как же еще? Подержите это, пожалуйста. Я пришел разогнать людей, которые нарушают нашу целостность Украины. Подъезжает велосипедист, коммунист, и мне в голову кирпичом. Это считанные секунды, поэтому я отреагировать никак не успел. Вон он стоит. Ну, вот. Пенсионер? Нет, достаточно молодой парень. Молодой? Что-то говорил при этом? Нет, это считанные секунды. Я поворачиваюсь, у меня сразу прилетел камень. Сильно что-то? Сотрясения нету, голова абсолютно не болит, но рассечение на голове. Ну, это не... Бороться за Украину продолжу до последней капли крови. Придет сюда Путин, придет кто угодно, все виновные будут наказаны. Ну и кому-то, я не знаю.
Почему вы мне мешаете реализовать мое право? Так идите же, говорю, лесу, не надо ходить по району. Не война, по вы старику. Понимаете, да, слушайте, вы особисто, вы не дому, что ты... Войны нет. Военное положение объявлено. А, военное положение не объявили, войны нет. И люди не погибают. Есть зато. В Харькове ходят. Не погибают, не украинцы, не россияне, никто не погибает. А погибают. Погибают как? Случайно? Воюют за ваш мир тут, понимаете? Вы не следователь, и я не прокурор. Якщо вони... Давайте начнем с того. На зламані вами призваною війною сюди психікою. Якщо вони вийдуть і перестріляють цих стариков. Ну, зашибись. Хто це сіл? Нормально, тут нормально. Ну нормально. Предупредили. Ну нормально. А чому предупредили? О чому ви мене предупредили? Давайте тряпки. Ваш дебілізм. Ваш дебілізм. Ваше нарушення закону. Так ви ж почали це все. Ні, я ні на кого не бризгав зеленкою. А ви забули, як я нікого не оскорбляла. Я говорила тільки о том, що треба виконувати закони України. Молодые люди, вас плохо воспитали ваши мамы и папы. Потому что... Вы провокатор, ведь працевываете и КГБшную гроздь. Я соблюдаю. Да не надо, просто... А вот эта вот история с яйцами, взрывными пакетами, как надо? Сейчас будем разбираться. А зеленка? Будем разбираться, здесь работают группы, эксперты. Будем проводить расследование, собирать все в единое, материал единый, и будем разбираться. Сколько личного состава задействовано для охраны порядка? Задействовано 350 человек. Один человек задержан, да? Пока да. Один человек, который бросил камень. Где ты пришел? Там журналист Абьюз был где-то. Сейчас будем разбираться, пока не могу ничего сказать. Продолжаем движение.